Александр Тихомиров, капитан сборной Азии. Вторую группу отряд проиграли. Что не получилось сегодня? Некоторые ребята приехали полупрофессионалы, а у нас простые студенты. Ну, мы играем не на корову, правильно ведь? Играем ради удовольствия, поэтому я не считаю, что поражение это было плохо. Именно на этом турнире. Сегодня не удалось забить, однако в защите сыграли лучше, чем вчера. Что поменялось? Ну, просто наш тренер сделал пару перестановок. Изменил защиту некоторых игроков с полузащиты, оставил последними защитниками двух. Ну и поэтому, я думаю, защиту мы укрепили. С каким настроением выйдете на матч за пятое место? Ну, настроение феноменальное, очень все нравится на этом фестивале. Поэтому, еще раз повторюсь, играли все же не на победу, а дабы получить удовольствие.